Самые мощные каналы – это папа и мама. Независимо от того, знаете вы папу или не знаете вы папу, жив там кто-то или не жил. Все, вы получили свой заряд энергии в момент оплодотворения клетки. И оттуда уже идет отчет. И нельзя сказать, какой канал более мощный, мамы или папы. Нельзя, потому что оба эти человека, обе эти души даются для того, чтобы дать нам определенный, скажем, багаж, с которым мы идем в жизнь. И очень важно, чтобы эти каналы мы могли почистить. Мы можем идти по миллионному городу, будет навстречу идти тысячи, миллионы людей, но у нас не будет с ним энергетических связей. Но только мы обратили внимание, подумали о человеке, сказали что-то ему, у нас образовывается энергетическая связь и идет совместная какая-то энергия. Какая энергия в этом канале, зависит только от нас и от того человека, с кем мы там связались. Если вот вышли из подъезда, да, а там какой-то пьяный сосед лежит, валяется, он вам вообще нужен, да, ну, о, такая ранняя, уже напился. Все, и пошла наша энергия туда сливаться ему. И чем больше таких канальчиков мы, скажем, разъединим с собой, заберем оттуда свою энергию, тем мы становимся более мощными.